Боже мой, где курица-то найти? Сейчас будем поищем за одну курицу все это. А то седло есть, курицы нету. Ну это не арк. Там это зелье, петуха или курица. У меня седло есть. Петуха, по-моему. Она другая. Заштрихованное яйцо, мне сказали. Это, короче, седло, и вот мне нужна курица. Это борзая рыбка вроде. Вау, сука. Меткая тварь. Да, понял, понял, пока что. А, вон медяшка лежит. Все больше мобов стало. Акул прям очень много, я смотрю. Да, либо не... их не убивает никто. Наверное, это позаботились о жратве. Блин, там медведь. Или приехали вообще просто. Че, кто отвлекать будет? Кто на курице есть? Нету. О, сдохла. Ладно. Нет, о, забрали. О. Давай, погнали. Пока отошел медведь, быстро туда. О, у нас прибавление. Воу-воу. Мимо. Ах, нихера он меткий. Погнали дальше, погнали. Это аимбот, короче, у него стоит. Не воюйте, не воюйте, здесь не воюйте. Просто бегите, бегите. Сейчас. Отлично, какие. Блин, вот эти вот придурки с луками, они вообще, блин, метки очень. Ну, никогда не промазывают. Это что, болото? Ну, это пресная вода, здесь рыбачить можно. Ага. Тут какой-то энд ходит, мной полакомит, хочет... Мной полакомится у базы. Чё за... Ну, тот чёрт. А-а-а. Блин. Ладно, я так проживу. Ещё же похаваю. Сейчас. О. Так, у базы сагрился петушок. Так, еще одна медяха. Ночь наступает. О, две медяшки. Долбим. Ай-яй-яй, сука. Ой, сильно. Уходи, 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 уходи. Не вали, не вали. Убегай, убегай, просто убегай, просто убегай. Да твою. Слушай, не спишь, я тебя согрела. Давай, готовься, я согрела. Я его согрела. Угу. Я отвлек этого придурка здорового. Давай. А, ну окей, я тогда бью. У меня, я как раз вот. Тут рыбешка, но она ничего не сделает. Все, я забрал. Все, валим. Уходим, уходим, уходим. Спасибо.
еще один. Пойди еще. А, вот все, помню. Да вот, да. Ну вот за эту гору надо, я тупанул. Чё-то прям сервак сильно лагает сегодня. Ну да, бегу конкретно. Так, еще, ага, все. Все успевают. Не здоровенький поход такой вышел. Ну, для меня я первый раз так далеко. Блин, если пофиксят прыжки по воде, будет вообще жопа долгого перемещения. Когда у нас каменные стены будут уже? Тогда я строю... Ну, это, короче, не зря стройматериал оставил. Когда, говорю, будут? Когда я 6 уровней получу. 6 уровней? Не показалось, скоро. А сейчас что качаешь? Плотницкое дело. А дерева тебе хватает? А то там говорили, типа, дерево, да? Ну, отлично. Ну, мы лесника нашли сегодня уже. Даже двух, наверное. Пока непонятно. Ну, главный лесник, короче, термик. Кстати, а где он? Второстепенно? Теряли меня, да? А, ты тут? В лесу потеряли, да? Да, да. Мы сколько уже там лис убили, я не помню, тех белых. Штуки 4, наверное. Кстати, горное дело прокачалось, то есть когда вот таких бьешь. Секундочку. Ё-моё, что это за местность такая страшноватая? Мы в кислоте какой-то или что за звук странный? Но это не болото, да? Не, это уже болото. Болото? А то я хотел деревья там здоровые увидеть. Не, если болото, они в другом месте деревья. У кого-то же утки, он журчат вообще капец. Сожрать нас хотят. Маршрут. Пройденный маршрут, блин. Этот паук, блин, на медяшку похож. Да, да, да. Кстати, у меня надо, что-то дохерище будет. О, кабан. Не-не, ну не нафиг, не надо, этого не трогай. Мы уже повалили их. Нет, блин, ну, чуть там не шкура, ёкнул. А шкура это одежда. А, ну да, шкура это не шкурка. Это шкура. Ну давай попробуем её, Сарик. А, ну нормально, подвинулся, где-то. Блять, промазал. Блин, бедный кабан. Жалко его. Пятером ебашим. Медная жила, а. Ой, медная жила, блядь. Он еще кабан плавает. Тут ходить можно? О!
Мимо. Блять, промах. Мансовать в смысле как? Ну, влево, 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 влево. А, ну да. Понялся ты вот так. Что у тебя с ХП что? О, как? У тебя есть чем лечиться? Да, да. А, окей. Ну, мне жопу, точнее жопу этому мечу скоро на оловянный буду переходить. Димон только пиарит и пиарит. Клан. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ничего себе, новый рекорд. 8 человек в этой группе. Да. Источник минеральной воды нашел. Вода мне там не нужна. Не, он нашел минеральную воду, это же не надо. О! Твою мать, серая волчица, сука, я не заметил. Я думал обычная. Я ударил ее, блядь, не заметил. Блин, и хоть она сильная. Минералка тоже ценная вещь, кстати. Слушай, а цвет такой же, хотя написано серая волчица, я, блин, охренел, она меня долбит, 126 урона, я еще удивился. Сколько я ей так урона даю, блин, я подумал. На... Чуть-чуть правее N. Чуть-чуть правее N. Там где торговец, да? Да. Железо. А, там нету, нету, там железо. А как ты это на карте нажимаешь области, смотришь, да? Картофель, так, так, ресурсы. Что, блин, за лаги такие, я не понимаю. Я хотел подкрасться к акуле, пролагало, все, я уже там ушел вперед, хрен знает куда. А ты это, слышь, перезапусти игру. Попробуй. У меня вчера типа такой же фигни было, только у меня лагало все время, чисто вот не переставая, немножко. Не, у меня перестает, но просто не вовремя. Вот, ребят, посмотрите, какая база каменная. Каменная база? Да, не слабо. Можно зарядить. Неси базуку. Или давай, сколько там это, гильдии, так, 50 штук. А каждый. А, взлом, где он, где хакер? Ворота, посмотри, что тут нужно. Аккуратно, не подходите. Уааа! Уходим, 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 у него пушки, пушки. Защитная область, нихера, сука. То хп. Пидорок, блин. Сука, самый живучий, наверное. Сука, блин, тут еще и стрелы долбят. Бля. Сдох, да? Да, сдох. Ну, беги. Че у меня тут выпало? Вроде ничего. Отойди, отойди, не посидел. Вы меня, я так понимаю, не видите, да? Нет. Меня ВХ. Да, еще один. Опа-на. А я могу с ним переписывать? Да, могу. Сколько заявка обрабатывается? Я так понимаю, я потом возле него возрождюсь, и может, надо будет до вас, да? Да, да, да. Ну да, ну ладно. Куда мне лучше сидеть ногу, а?
Блять, видите, где медные жилы, уже стоит народ, ребят. Ехать, а походу на болоте, не? Здесь ехать такой звук еще похожий. Блять. Здесь деревья, я б не сказал, что очень здоровые. Под корнями тут не ходишь. Погнали, ребят. На торговца. Ты у торговца стой там, где возродишься. Стою. Бля, ладно. Один клиент есть, но он не голосовой. Что-то я посмотрел, куда вы пошли. Через воду пойду. На левее или куда? На торговца. На торговца. На Е, на Е, на Е. О, корова. Корова, ребята, корова. Наличная, ничего нет. Корова. О, да ему б желательно объяснить, что к чему. А, мы тебя видим уже. Так, у нас одна лучше не видят. Опытный топорник. А кто у нас глава Дискорда? Я. Знаешь, что здесь надо сделать? Создать пару каналов дополнительных, чтобы... Отдельно, когда идешь, если народ сейчас появится, чтобы отдельно, когда на рейды пойдем, грубо фармить что-то одно, чтобы каналы. Хорошо, сделаю. Окей. Это будет очень удобно. Сделаю. Сейчас тебя ёбнут. А, видишь? И он бессмертный, походу, блин. Один мертвый, что ли? А нет, вон он скачет вроде. Или пятый солдат. Ебать. Блядь, что вы там делаете-то? Лучше подождите, не распалм. Пацаны, кем его назначить надо бы? Назначить? Сейчас, погоди. Да, посмотрим, что он хочет. Так, кто-то отошел. Непонятно кто, ну ладно. Так, фермер лишь вот на вот это вот можно. Потому что это заготовщик у нас списан, молчу. Блин, а я могу чужую курицу украсть? Мне что-то уже как-то пофиг. Мне хоть какой-нибудь. Попробуй. А то как-то без курицы грустно. Седло есть, а курицы нету. У нас на базе одежды нету случайно никакой? Нет. Короче, назад, ребята, надо возвращаться нам, потому что здесь слишком много баз, и мы вряд ли их найдем. Там где-то поменьше баз.
А починить старую одежду кто-то может? Там же ремонт есть? Починить нельзя, ее можно разорвать и создать новую. Ну, либо продать. Нам денег не хватает. Либо продать. Ну, наверное, лучше разорвать, так как новые важнее, чем деньги, наверное. Можно просто, пока что, если есть возможность, льна набить, если это... Ну, приедет. Так я на бинты бью, понимаешь? У меня дилемма такая. Ты там, ну, и шкуру же, или из меди давай делай, я пока бинты. А из меди у тебя хватит уровня, чтобы надеть ее? А какой там нужен? Ну, из меди, если из меди уровень 15, брони нужен, скорее всего. А, ну тогда нет, у меня 10 только взял. Ну вот, сейчас 10 обычно кожаную броню будут делать. Тогда вот. Кожаную. Вон не делал. Ну, сейчас придем теперь. Когда... Просто у меня тут тоже, знаешь, такой переходный момент. Сейчас я докачаю бинты, или он мне тоже не будет не нужен. То есть сейчас он очень нужен, а потом вообще не нужен будет. Там, знаешь, я посмотрел на лекаря, когда лечишься, это, ну, хилка, на каком-то на 30 уровне лечение, возрождающий тотем есть. 25 уровень, да. Ну да. Mm. То бишь, если ты сдох, ты тотем поставил, там, если, вернее, союзники сдохли. Ага. Очень удобно до этого. Ты что думаешь, что удобно? Резешки нормально здесь. Два стака. Мне кинжал нужен новый. На 15 уровень. Либо 16 есть там что-нибудь. Фил. Тебе что надо? Кинжал. Кинжал? Да. Да, у меня сейчас. Уже кузнецкое дело, 17 уровень. А кинжал, сейчас скажу, 15 нужен. А следующий у меня... какой после 15-го? После 15 там этот идет щит медный. После него я вот сегодня кузнецкое дело на 17 уровень увеличил. После щита идут все равно медные. Я думал, железки начнутся. Но там есть булава, короче, здоровая. Потом такой молот не слабый. Нет, там прям есть кортик такой медный, да, специально. Он, наверное, побольше урон будет давать. А где все-то? Наверное. Что? Броня 1. Там остались. И были. А, там. А вы далеко от торговца? На W идите, увидите нас. W. Мы рядом с торговцем, кстати. Ну пойдем к торговцам подальше. Да. Там еще один типа торговец. Не-не-не, просто он отошел от нас. А, вы на E? На W. W, получается, нам противоположное, нам на E. А, они его прошли, походу, из-за того, что... Так, вон вы вроде. Сейчас. А есть какие-нибудь бафы с еды? Я просто помню, ел, у меня такой цветочек. Есть, есть. Каждая еда дает определенный баф. Это знаешь кому? Вот сейчас кто мне писал. Риви какой. Блин, как он правильно. Ревис. Ревис, да. Он занимается именно этой фигней. Вот он. Мы с ним, как говорится, тестим. Ага. Вы, кстати, пироги не съели? Да. Я ел. Не так. Зашибись, вообще вкусно. Не, ну баф, видел? Да, видел. А вы где? Так. Чувак, айфка. Мы переплыли. Это враждебная айфка. Убиваем? Убивайте, да, быстрее, пока он не пришел в себя. Это что такое? Это друг с другого. Ты что, его убить хочешь? Конечно. Давай, мочи. Ребята, вы не в ту сторону бежите. Я говорю, вам на дабл надо бежать. Сейчас. Бинты закончились. Ага. Его остановит. Все. Нечего ходить. Дарка, ты куда спадла? За ними. Блин, немало, конечно, людей у нас в сети сейчас. Гильдии. Приличненько так уже.
дальше будет страшнее. Там то ли костер горит, то ли факел, или что это? А чё это красным цветом подсвеченные люди? Другая. Это другая фракция. Да, враги. О как. Мы ж ублюдки. Ёлки, тут дерево, посмотри сколько. Просто брёвна валяются. Кто-то, по-моему, дерево рубит, а брёвна не поднимает. Ну, может, ему ветки нужны? Может быть. Вряд ли. Я так делал. Вначале там на квест собери там сколько-то веток, там что-то на не помню, на лук. Мне нужен будет пару ножей. Сделаешь? Нифига себе, ты меткий. Да, я сделаю. Я у кого-то маунт угнал, ребята. Кого украл? Маунт угнал. Я не понял, курицу украл? Не, большого маунта такого угнал. А, маунт, а? Нечего оставлять. А он его притянет, я тоже так делал. Он потом у тебя из-под ног заберет его. Я дам. Держи крепче, он просто растает. Интересно, болотное дерево сколько полена дают за один раз? Ребят, у меня когда бежите? Ну, я не пойму, где Дарк? А, вот. Так, ну, да, короче, все, мне все. Нужны ножи и одежда. Пацаны, готовьтесь, за мной чувак бежит. Опа-на. Артём, доставай лук. А, ты вроде четко стреляешь. Его обосрал. Он бежит. А, обосрал. Ну, конечно, толпу увидел, что ему. Она одного может, а толпу нет. Ехать, шо это? У кого ты угнал? Джаггернаут какой-то. А он бить может? Я помню, там есть типа пиратского кораблика такого. Мобов можно сглазить, когда если он бьет. Сейчас, подойди сюда. Ой, я на базе. Что у нас тут есть? Слушайте, может рыбу жарить и продавать торговцу? Потому что рыбы много. Да без Б. Вообще этим повар сегодня утром занимался. Рейвис, вроде ж повар, да? Не помню. Да, Рейвис. Рейвис, да. О, у меня прилечь на меди теперь хотя бы. Че, ребят, мне ТПХаться или еще чем-то будем заниматься? У меня сейчас меди 1,5 стака. Если помочь чем-то надо, там, для вашей добычи, давайте туда... Да, меч бери. Ну так эти, нужны ножи, одежда. Да, я знаю. Я, кстати, это, у тебя какой уровень брони для одежды? 10. Ах ты гад. Блин, у меня только 6. Надо побольше похода делать, чтобы помочиться с кем-нибудь. Мне кажется, надо пойти просто это, кожу немножко пофармить нам. Да, собственно, так и делаешь. Идешь фармишь, пока кожу добываешь, броню качаешь. Кто там вроде Рейвис? Сегодня скрафтил мне одежду кожаную. Я ее Дарку отдал, Димону. Вот, чувак пишет, вступлю в гильдию. Пишите ему. Алло. Давай, Дим. Вступлю в гильдию, мейт. Не, я уверен. Походу сейчас принять. Ну, я приму, если что. Нас бьют. Ну, завтра, конечно. Вижу. Да нет, в принципе, он в ближайшем на силиката сможет сделать. Эх, кто силик. Ну, сейчас решим, Санич. Давай сейчас мы это... Так, проснулся, сейчас я тебе перезвоню, там, что там как. Он пишет, я только начал... А, это... Всё, давай. Он типа, я только начал играть, берете таких, пишет. Ну,
не знаю, нужен он мне нам или нет. Мне кажется, хорош народу сейчас, максимум 10-12 человек, потому что не сможем ни одеть никого, ничего. То есть народ сейчас будет что-то делать, а мы просто физически не сможем, то есть ни меди, ничего нет. Так, пацаны, ну если мы, в принципе, меди накрафтили, вернее, натаскали, предлагаю на южную житницу вернуться. А? Кабанами и всем таким. Да, я думаю, надо побить побольше, чтобы кожу, чтобы хотя бы сделать кожаные вещи. Ну, нам проще тогда... Ну, хотя, в принципе, слышь, предложение такое сейчас. Обойти по кругу чуть-чуть еще, может быть, в другие области зайти. Может, по ходу наберем еще чуть-чуть. Ну, пойдем направо. Да, чуть-чуть правее, по-моему. Что, все кости забрали, что ли? Костей был стак, я помню. Ну, посмотрим, может, так, я здесь... Че, мужики, решили пока это останавливаемся, да, на... У нас фермер есть. На 14 количество, да? Ну да, хорош, хорош, потому что... Мы просто физически еще не одного. Сможем одеть все. Угу. Да и в принципе, это для начальной, то есть там 10 человек это достаточно. Ладно, хрен с ним, пока что хватит стало это, блин. Ну что, побежали тогда, ребят, вдоль берега, как раз. Нормально будет. Он там чувак это дерево рубит. Ёбнем. Ну нам в основном дискордники нужны. Слышь, Димон, я потом понимаю, как писать правильно. Симу. Пацаны, а мне, блять, мне походу сейчас домой текать. Мне как, там конечно. Отойти просто на 5 минут надо, так что я думаю, вы вчетвером справитесь, у вас еще мамонт там в составе. Давайте тогда. А ты можешь ножи-то сделать, а то я без ножей как-то, как без рук. Вот я как раз сейчас тпхаю, сейчас сделаю. Сейчас переплавлю по-быстрому медь и все. Все, я дома, трак. Где кто? Ох, ё! На одной нет башен. Фермер QI. Повар странник. У нас кич странник, прикол. Так. Окей. А нету на 15 лечения где-нибудь на станке чего-нибудь? А то что-то я уже запарился десяткой заниматься. Надо лазить, смотри. Меня дельта вдохновила на голову. Кость закончилась. А, сейчас до кости добывать. Блин, был стак костей. Куда делся? Я спер. Алло, Сань, ну вы когда собираетесь? А, у нас... Ну, Так, поперли слитки, варится. Ну, давай, мы тоже сейчас собираемся, скоро подъедем. Ну. Так, вон медяшка на горе. И я сейчас буду сваливать уже, ребят. Ага. Так что. А чё, мамонтом бить нельзя, да? Это я хз. Дочь, ну хватит. Да, о, вон еще две медяхи. 3-4 медяхи. Класс. Прям так хорошо звучит. Сука, дай. Бери маунт, садись. Все будешь разгонять. Давай. Бери, ссылку дай. Сейчас, сейчас. Сейчас, стой, 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 давай вот эту нижнюю без шума. Давай, давай, давай. Прям посередине воды. Пройдемся. На горе еще можно тоже без шума. Сейчас я яйцо попробую. Thank you.
Приманка для сома. Угу. Так, Санёк, тебе там что-то надо было. Ножи. Можешь штуки три сделать, если ты там надолго уходишь? Или четыре? А если не впадлу, сделай это, одноручный, двуручный, медный потом. Сразу кинь их, вот я прям... Блин, минералки что-то... Медный басилар называется. Ну, пофигу. Самый максимальный какой есть, потому что у меня уже этот, 20 уровень. Ты какое оружие? Топорное, да? Топорное, да. На. Этот, ну, Санёк. Один есть. Так, один есть. Чего не хватает? Грубая древеска. И слитки. Так, окей. Ну, грубую древеску... Сейчас, я там сделаю её. А, ты можешь сделать это, да? Могу, да. Так, и слитки. Вот с одной стороны хреново, то, что... Тут меди просто, ещё 4 вижу. 5, 6, 6 меди. Да, круто. Медный рай. А куриц не видишь? Мне бы куриц. Хорошо будет, когда там железный рай. О, железный, это железный престол или как там? А потом в конце будем драконов приручать, да? Начинаем с куриц и драконов. Бега, уходи, я сейчас добью его. Дарк, уходи. Чё там, хватает ресурсов? Все-таки все верно сказал, не зря у нас два лесника, а то дерево вообще у меня, вот я начал переплавлять медь, почти закончилось. Ну, именно обычная сама древесина прям. Ого. Хорошо. Так, кто-то присоединился, это вроде... За мной двое, я бегу, как не могут отстать. А, это Вуджил. О, нашли наконец-то. Саня, тебе что-то там еще вроде надо было. Ну, пару еще этих ножей можешь сделать? Басиларда, да? Ща. Так, водичка. Надо еще один этот поставить. Так, вот, держи еще один. И вода. Вот она. Кто там может, потом поставьте как-нибудь еще один колодец, чтобы вода добывалась, потому что тоже вода до хрена нужна. Так, колодец. Ой, вода нужна, да, там для восстановления энергии очень классная она вещь. Она много людей требует. Угу. Два колодца, конечно, мало для такой оравии. А у нас все станки есть? У нас... Санёк? Может быть... Да. Да. Дети. Бью. О, спасибо большое. Все. Все. Отлично, так. Теперь. Что у нас тут? Литочек. Мне бы приодеть еще. Прямо не... А, это волчара. Дерево, конечно, вообще, да, пьет. Ремонтная мастерская у нас есть? Ремонтная, я ремонтник. Не, ремонтная мастерская. Есть. Слева от четырех сундуков. Слева. Так, это Юра, ты вроде просил, да? Это как вот другие эти комнаты я вам создал. А, ну пока нормально. Что такие вроде. Отходи, я добью эту. Опа. О, броня сработала. Ух, этот, враги, блядь, медные ветки. Зашибись. Аж два врага. Все, валим отсюда. Ну что, может, ребят, тпшимся? Потому что вдвоем вы уже здесь не выстоите все равно. Я уже все просто. Так, Вуджи спрашивает, что ему качать и как. А у нас фермер же есть, он может лен выращивать нам? Нам да, лен нужен упали, очень. Семена нужны. Чтобы ткань сделать. И как ее делать, я еще не видел. Где она делается? Наверное, я не понял, станке? А где семена брать? Семена выпадает, но не так много. Ну, вот семена, да, не выпадает. Я вчера лен повыращивал, то есть там, не знаю, разного 3-4. Ага. Эти грядки у меня... А лен сам есть, из которого ткань делается? Ну,
в этих там семян, по-моему, штук еще 90 было. О, круто. Просто семенами посажай быстро, она там 4 минуты всего растет. Ты же сажаешь 4 минуты, выкапываешь 6 грядок. Да, древесный уголь все-таки дело такое, блин, у меня почти все дерево сожрал. Да, дерево до хрена. Да. Короче, я, ребят, уже на базе. А. Ты пошелся. Я сейчас смотрю, я там повторю. За мной два алика бегут. А, 5 ячеек, короче, это сумка это дает. Я скрафил одну уже. Круто. Но мне 4 хватит, я думаю. Сумка, которая за спину или которая как базовая? Не знаю, сейчас посмотрю. Которую за спину, ребят. Еще доп 5. Юра, это вроде к тебе там обращаться надо, а то у меня эти рукояти почти закончились. Дерево. Дерево? Вот здесь. Сколько надо? Дерево. Чувствую, там у вас дерево тоже заканчивается. Шкурки. Да, дерево тоже заканчивается. В третьем сундуке рядом с этим есть, там до хрена, там 3 стака, по-моему, больше. Веревка. Термику, конечно, спасибо. Вообще это ничего ник в тему, почти как термит. За дерево вообще зашибись. Так, ну вроде пока как хватает. Кому что надо скрафтить, не? Мне топоры. Курицу надо. Топоры. Курицу надо, да. Скрафти курицу нам. Смотри, есть одноручные топоры, есть двуручные, один. Боевой или обычный. А, ну, максимальный уровень, который ты можешь скрафтить. Могу медный секач сделать. Тут 20. А, нет, это не, чуть ошибся. Понял, делаю. Давай, короче, у меня 4 рукояти осталось, надо еще. Рукояти я, кстати, бросал куда-то, там не знаю, что 10, по-моему, рукояти. Какой-то этот. Там, по-моему, туда же, где и. Дерево кидал. По-моему, туда и рукояти бросил. Сейчас я скрафчу веревки. Так, зашибись. Так, кто там топор просил? Пихон. Диман? Пихон. Пихон, все в Европу. Так, сейчас будет. Мне разве что это. Сейчас скажу, что надо. Да, Димон, а что это у тебя колодец? Ага. А, сюда давай. Вот здесь тут вроде вот, смотри, есть свободное место. Поместится? Ага. Зашибись. Слушайте, вот. А там рецепты на стол выбивал, их можно продать? Можно загнать их? Так. Они редко падают. Так. Что у меня еще на шкуры. Шкурки, где 3 ящика стоят ранее. Так, воду. Что еще надо? Так. Пещеру нашел. Угольца спиздим. Пещеру? Какая-то очень большая пещера. Что там есть? Его надолго хватит. Так, вода есть. Наверное, руда есть какая-нибудь? Грубая рукоятка, потом слитки и древесина. Короче, грубая рукоятка, да? Да. Мне шкурок надо еще будет, я все грубую рукоятку могу создать. А что-то мало, там 3 или 4 стака было. Ну, их переделали, походу, уже. Потому что уже сшиты, это кузло, но кожа есть. Ну, я сделаю, сейчас шкурок принесу еще. Сейчас кости набиваю, шкурки отправлю. Ага, 9 палок сделал. Лагает сервак, пипец. Какой ужас, сейчас умру. Так, тебе в кузню кинуть сразу? Ну да. Так, на тебе тогда топор сразу. Давай. Это боевой. Так. Так. Что сейчас? А, медные иглы. Медные иглы. Где у меня медные иглы? Медные иглы не продавали, ребят? Нет. Да нет, вроде. Сейчас еще продаю. Сейчас на всех наделаю рюкзаков, сколько смогу. Да. Там раздача рюкзаков идет, я иду. Да, я узнал. Ходу до хрена горелок принадиться. Ё-моё, блин, древесный уголь, конечно, вообще редкий. О, шкурки еще на стане. Проблематичнее, точнее, так. Его дофига надо прям для этого, для создания руды на переплавку. А другой уголь не подойдет? Только древесный? Только древесный.
сам уголь уже для создания оружия будет, когда... Ну, с помощью древесного просто это... сама медь плавится на руду. Так, 20 грубых рукояток. У меня 35 шкурок есть. Нести? Шкурок, да. Больше кидывай. Сколько их надо? Да и они до хрена, и на одну рукоятку 9 шкурок надо. 9? Да, так что есть, в принципе, я создал, там 2 рукоятки есть пока что. Можешь... Вон что. Рюкзаков я больше не смогу, лисий мех нужен. 13 лисьего меха на один день рюкзак. Ого. Ох, ёва. Сейчас я посмотрю, есть ли. Не слабо жрет. Да, ну лисы в принципе ничего так нормально. Мы можем добыть вечерком. Я сейчас потом приду туда. Угу. Ну короче, один рюкзак. Кому скинуть рюкзак один? Ну, это который 5-слотный, да? Да. Да, а, ну. Это в принципе давай, я не знаю. А потом еще с Кракен сходим. Он доп-слот, вот, мне как раз он повесился сразу за шею. О! Прикол, смотри. У меня и мешочек, и рюкзак теперь. У меня да, плюс да, 9 да. Слотов в сумме. 9 слотов приходит. Это вообще это охрененная вещь. Да, у кого-нибудь есть проблемы с ресурсами, там, скажем, заполнением, я могу мешочек дать или... То мне, в принципе, теперь надолго хватит точно, у меня плюс 9 слотика. Лен есть? У кого? Мешочек? Давай. Сейчас. Да. Свернул сейчас. Игру. На. Что за хрень? Какой ужас. Какой ужас. Как из него выйти? О, отлично. Так, грубая древеска сейчас делаем. Ёп! Все, дерева нет. Есть. Где? Смотрю, вот в этом ящичке. А, вот этом? Да. Ёпэрный индюк, ё-моё, это я не заметил. Откуда столько дерева? Да я только что ящик создал и подложил. Ни хрена. Круто. Ну все, перерабатываю все в уголь. Всё, да, я это теперь на грубую древесину делаю. Не надо. Оставь. Все, уголь, зашибись, вообще спасибо большое. Так, ребята. Теперь я поставлю еще я стак сопру. Да. Это термик у нас. Ехать, господи, сколько дерева. Так, я еще ставлю. О, отлично. У кого 10 уровень брони? У меня. У меня. У Сани. 2 шапки создал кожаных. Круто. Так, одну я себе там надену. А вторую кто успеет, я понял. Опа. А, у меня. Нет, забирайте все 2, кому? Не да. То есть здесь, да? Стой, так. Тебе держи. Да. Кожаную шапку. Я в игру зайти не могу. О, могу. Красавчик. Короче, у меня на пол экрана. Что за хрень? И еще одна, да? А мне скоро. Зайдем. Так, могу еще что-то одно создать. Кому? Что нужно кожаную, может быть, лучше всего? Мне что угодно. Штаны. Куртку давай создам. Создаю куртку кожаную еще. Тебе шкурок принесу. Ну скинь их в какой-нибудь ящик, я сейчас это. Да.
Или сейчас кинь, сейчас просто заберу, потом. Ты здесь? Так, ну зашибись. Ладно, да. Так, где прочную веревку взять? Нет. Ну, это для второго колодца подставишь? Да, сейчас. Подожди. Вага, а у тебя какой уровень это одежда? Брони, вернее. Посмотри. Отойди. Так, ну и вода нужна. Так, кто... Что? Давай, там, Мак, тебе броню кожаную? Броню кожаную тебе? Не, не просил. Ну, хотелось бы, но... Просто минус в том, что у меня еще этот, как его... Броня только на 6 уровне. А кто еще просил? Погоди, по ник скажите. Саня, Версет. А. Че, тут рыб очень много, я забью их и приду. Вот это бери. Ой, что там было? Курица. Ты мне курицу дал? Но у меня такая есть яйцо. А что с ней делать? А как ее вызвать? Ну, правой кнопкой. Правой кнопкой налево. Ну, она делась, а чтобы оседлать, она у меня типа в седле. Ну что, мудро, чтобы ее. Ну, может. Мне кажется, же на остров надо прокачивать. Ну, логично, так? У меня есть заштрихованное яйцо петуха и заштрихованное яйцо курицы. Может, мне курицу надо приручить? Потому что у меня нету ни одной курицы. Прирученной. У меня как седло становится, а в инвентарь в слот я не могу засунуть. А могу! Стой, засунул. Сейчас, сейчас, вроде получилось. Тихо. Двоечка. Вага, вот скинул тебя. Призвать. Так. Сесть сверху. О, да! Только она медленная. Кормить надо. В смысле фармить что-то? Мне кажется, она голодная у тебя. А кормить? Как ее кормить? Кормить, да, да. Ее поднимать надо. Как кормить-то ее? Яблоками. Так, Мак. Правая кнопка мыши, на нее наводишь там. Мака. Скинул броню, подними, отдашь потом. А? Кожаную. Я хорошо. Скажу, все, давайте, давите. Да, истощение у нее. Все. Давай. Так. Не сказали, что кому надо, мне? Мне медный молот. Угу. А есть медный боевой молот? Сейчас посмотрим. Медный боевой двуручный? Нет, одноручный есть? Есть. Делаю. О! О! Это... На. Берется хоть? Да. А, окей. У меня молот уже на 20 прокачан. О, офигеть вы, блин, как у вас так прокачивается быстро?
У меня меч только 14-й. О, кузнечное дело на 18-й. Класс. Опа! Лесозаготовка уже 27. Красавцы. У меня как полуторный будет? Меч. Посмотрите на меч какой, ехать. Здоровенький. Большой, да? А ну-ка, попробовать его надо. 4. На ресурсах. Ох, ё, 169 на... мощным этим ударом. На ресурсах нет смысла пробовать. Да? Ну, про, ну про, проверь другой молот, он будет то же самое, например, с урон. Не, если мощным ударом, вроде различия есть. Вот даже, смотри, сейчас я возьму свой медный молот. Угу. 31. И деревянный первый 31. Да, есть. То если по молу бьешь, то сам урон уже отличается, а так. Если угу. Так, ну, зависит от того, как у тебя прокачано там горное дело или там где-то заготовка. Слушайте, а может куриц с червяками кормить надо, которые там... Да? Нет, она не хочет. Я могу съесть, а она не хочет. Никому ничего не надо больше. Нужна одежда. Какая? Ну, я не знаю, у меня все сломано, совсем все. Вообще. Не хоть что-то. Ушки у меня только есть. Говорили, где-то шапка лежит. Да, где-то лежит. Так есть это, типа, броня хоть какая-нибудь? Хоть что-нибудь одеть? Да, есть. Нету нигде. А здесь все прочные веревки. А, я хз. Я не брал. Я ожидаю 15 слиточков. Так, а древесного уголька у меня хватает? Уже на нуле. Ну ладно. Пока что хватает. Я потом это... деревца возьму. Да, дерево, конечно, вообще зашибись. Теперь сколько надо. Какой сундук? Корм для курочки. Вот это.
О. А, какой-нибудь одежды есть лишняя, нет? Да нет, делать надо. Там льна надо до хера. Да мне хотя бы из шкурок. А чё, нету разве? А если из игры выходишь, появляешься где? В этом? На месте выхода? Прямо в да. По идее на месте выхода, потому что я сейчас дрался с мобами, вышел, зашел, там же остался.
А как отозвать курицу? Ну, чтобы она в яйцо ушла или типа того. Не, проблема. А это в один конец дороги. Не, я как-то ее убирал. Ну, я сейчас зал. Ну да, где она зависает все время? Давай. Пока. Слушайте, тут итом брюхоногий моллюск, написано только обмен. Моллюск смешной формы, но он не продается, что с ним делать? Продать на рынке. А зачем он вообще нужен кому? Для чего? Не знаю. Нужен.
Надо будет завалить под дерево, потому что близко и близко. Надо будет приодеться сначала. Дерево кончается. Куда? Нет. Вон вещи валяются. Вон там деньги. Я его не засовывал в шкаф. Кто-то вещи ищет, а их они вон валяются у него везде. Ну ложи в сундук вещи, тебе говорят. Чё ты их раскидал, блин? Да, это не я, это мой питомец. Курица? Волосата. Да, она лысая, она волосатая. Не в перьях. Можно вопрос, что у тебя ферма делает в твоей кузнице? Что? Что ферма делает в твоей кузнице? Фермер? Угу. Не знаю. QI, который? Да-да. ХЗ. Ты вот посадил. Я думаю, сейчас какие бы еще добавить группы в Дискорде. Я, в принципе, тут добавил вот это вот. Поход за медью, там, за железом, за деревом. Сделай просто группу 1, 2, 3, что-нибудь такое, а там уже можно будет сказать, пойдем в третью группу, типа. Все туда переходит, ну, по-моему, да, еще. Не обязательно, именно, ну, название. Ну, я думаю, даже название пригодятся, так что я еще и дополню, наверное, тогда группу 1, 2, 3. Нас еще прям... Хотя хрен его знает, нас все равно, скорее всего, что это когда 30 будет, пригодится еще. Так. Кого режут?